Всем привет! Представляю анонс и дату выхода 78-й серии турецкого сериала «Ветреный холм». Ранее мы увидели, как Халил вместе с Зайнеп приводят мальчика в особняк. Зайнеп говорит: «Давай отвезем Али домой». Нам показывают разговор Халила и с сестрой. Девушка спрашивает у Халила: «Могут ли оправдания объяснить то, что вы так близки друг с другом?» Но Халил с уверенностью отвечает: «Зайнеп Асланлы – дочь человека, который разрушил жизнь нашему отцу. Он уничтожил его, и я это не забуду». И во время этих последних слов в комнату входит Зайнеп, и девушка услышала разговор Халила. Зайнеп стоит и смотрит на Халила, а в ее глазах только боль. Нам показывают, как Халил проводит время с ребенком. Он говорит Зайнеп: «Это настоящее тепло. Смотри, как приятно согревает наши руки». Зайнеп с любовью смотрит на Халила. И Зайнеп говорит мужчине: «Когда захочешь, ты можешь одним касанием стать людям опорой, вместе того, чтобы пытаться решить все с помощью гнева». Халил, разве так не лучше? Новая сцена показывает нам, как ребенку становится плохо. Мальчик лежит на кровати, а к нему подходит Халил. Мужчина говорит Зайнеп: «Ребенок постоянно бредит во сне». Зайнеп спрашивает, что он говорит, что он без отца. Зайнеп говорит, существует ли подходящее наказание для бессердечных людей, которое заставляет пережить детей такую боль. Зайнеп смотрит Халилу в глаза и продолжает говорить: «Не знаю, но если даже бы мой отец такое сделал, то я бы хотела, чтобы он понес наказание». Но Халил с жестокостью в глазах, смотря на Зайнеп, говорит: «Вот так бы и было». Премьера 78-й серии турецкого сериала «Ветреный холм» состоится 17 апреля.